Друзья, всех приветствую на своем канале Одесса, 8 июня. У нас в 15.52 началась воздушная тревога. Уже буквально через 10 минут поступила информация о том, что летят ракеты. И вот в 16.10 сообщают о том, что в области есть прилет. В области прозвучал очень сильный взрыв. Уже даже оперативные чаты повыставляли фотографии о том, как в небо поднимаются клубы черного дыма. Куда именно был нанесен ракетный удар, информации на данный момент нет. Также нет никакой информации о пострадавших или погибших. Вот, но сообщают о том, что в области есть прилет. Отбоя тревоги до сих пор не было. Тревога продолжается. В самом городе, слава богу, все тихо, спокойно. Никаких взрывов, ни выстрелов не слышно. Вот, друзья, как только информация будет обновляться, сразу вам буду сообщать. Я на связи. Обязательно подписывайтесь на канал. Подписывайтесь также на телеграм-канал. Ссылочка будет в описании под видео. Там новости выходят гораздо быстрее. С фотографиями, с видео, со всеми подробностями. Вот, поэтому на связи.